Хороший мальчик. Ты дома сидишь. В магазин едем с мужем. Вот так вот я выгляжу. Полностью накрылась, чтобы на меня пыль не летела. Ну, такой легкий комбинезон. Муж пораньше с работы вырвался, он в машине уже сидит. Не хочу шторы отодвигать. И меня это так бесит, потому что у него график ненормированный. Вот он в любой момент может позвонить. Все, едем. Я должна все бросать и под него подстраиваться. Ну, вот так вот. Едем посмотреть какие-то новые продукты, новые магазины. Сидит там на жаре. 35 градусов опять. Бусик дома, он тоже психует. В общем, едем с мужем. Иногда я его не могу из дома вытащить. И сегодня ему было тяжело меня из дома вытащить. Говорит, какой-то новый магазин. Как называется? Органик. Органик Мамс. Что-то типа этого. Мамс. Органик Мамс. Какой у меня муж хороший. Он знает, что я люблю органик и тащит меня в магазин новый. Хочу его показать, но это еще не значит, что ты там будешь тариться каждую неделю. Ну, посмотрим, какие там цены. Да, сначала на цены посмотрим. Жара дикая просто. Я надела такой легкий комбинезон, потому что только что после душа. Мне жалко, чтобы на меня пыль садилась. Но он такой легкий, дышащий. По-моему, Кельвин Кляйн. Трафик какой. Закрыли одну полосу. Сколько сейчас время? 5:27. И жара невыносимая. Я знаю, почему сегодня я не хотела из дома выходить, потому что я чем-то траванулась. 30,5 градусов показывает на улице. 30,5 градусов. Плюс 35. В общем, я чем-то траванулась, не знаю чем. И мне так весело сегодня. В общем, муж меня сегодня решил доконать магазинами. Повезти в один, другой, третий, чтобы больше никогда не просилась. Тень на лицо падает, у Бусика там истерика. Три магазина, говорит. А он у меня такой упрямый, то есть ему отказать невозможно, если он что-то решил. Бусика истерика. Истерика, его всего трясет. Мы его разбаловали. Везде с собой возим. Поэтому ему одному дома оставаться, конечно, проблема. Он увидел, папа в машине сидит, крышу открыл. Все, у него начинается истерика. Немножко должен привыкать, что не только он один. Что есть взрослые люди, у которых взрослые дела. А его вот так вот колбасит просто. Это одна из главных дорог нашего города. Эта дорога называется Балтимор Авеню, да? Да. Или? Первая дорога. Тут как-то дороги так странно называют. Или по номеру, или по названию. Там впереди Костка, да? А мы едем еще за Костка. То есть минут сколько? Минут 20 ехать, да? Не знаю. Как трафик будет? Что еще? Светофор за светофором. Док Белтсвилл называется. Автобусы здесь ходят. К метро. Видите, какие поляны огромные. И вот так вот едешь вдоль пути, стоит запах еды. Где-то все время что-то жарится, парится. Кафешки, бейкери. Но поскольку мне подташнивает, мне эти запахи как бы не очень нравятся. Я уже таблетку выпила.
Нашего бусика пускают только в собачий магазин и еще там, где стройматериалы. Там, где еды нет. Кстати, в Костке я тоже видела мужчину с собакой. С такой. Да, с догом причем. С большой собакой? Да, с большой собакой. В Костке. Короче, у Бусяни там страдания, я аж переживаю. Малыша дома оставили. Ну, честно говоря, спокойнее. Никто тебя не месит. Коленки не обдирает. Хоть раз я к Люде проедуся. Спасибо, Мэтт. Нас пропустили, папе ручкой помахал, сказал спасибо. Вот написано. Вот этот магазин. Везде вдоль дороги такие плазы небольшие. Слава богу, солнце немножко спряталось. Не знаю, дождь будет или нет. Mom Organics Market. Посмотрим. Я что-то слышала, кстати. Я искала магазин Organic. Народ в масках идет, а мы без масок. Посмотрим, что здесь. Корзинку бери. Ну, это просто чистая экскурсия. Смотрим цены, насколько здесь дороже. Вот органик, видите, какие маленькие арбузики. Дыня, ну, дорого, конечно, 5 долларов дыня, ну, у нас 4 где-то. Но это нужно учитывать, что все подорожало вообще. Ананас хочу. Ого, 5 долларов, у нас он 2 доллара. Так, бананы органик у нас на 10 центов дешевле. Вот видите, здесь... А, нет, здесь укроп есть. Не в каждом магазине есть укроп. Интересно, почем он? Почем укроп? Цен не вижу. Так, вот эти огурцы у нас тоже дешевле. В нашем имеется в магазине Foodline. Да, ну я же знаю цены. Так, посмотрим. Грибочки симпатичные. Вот это вот, по-моему, китайские или японские грибочки. Пророщенная, не знаю, полезная вот эта пророщенная, как-то купила, никуда не использовала. Салаты почем здесь, где цена? Вот 5,99, 6 долларов дешевле у нас Foodline. А вот черешня, моя слабость, вот это вот ягоды, черешня, малина. Так, почем черешня? Нифига красная себе. 8,99. 9 долларов. А. Нифига себе. Слива по 4. Мы еще свою дома не доели. Ну, такое, пройдемся. А ну, помидоры. Помидоры по 4. Разве это органик? Да, написано органик.
3,99 и 3. Вайн, то есть кислые, ну, винные, наверное, да? Да. И черри, томатос, это эти, наверное. 12,99. Офигеть, у меня такой на огороде растет. Лежит дома, сорвала и... Кушаю органику. И не едим, честно говоря. Ну вот не похожи они на органик, Вова. Идем дальше. Пойдем дальше. Что-то был гарден. Как суши. Суши, да? Но... 8. Да, $8 такая упаковочка. Нифига себе. Нечего делать. Нечего видеть, вернее. Ну, мне поперек горла бы стало. Что это за костюм такой? Когда пчел дома разводишь, костюм пчелами. Да? То есть капюшоном и маской. А я, знаешь, что подумала? Может, во время, когда будет эта атомная война, начнется. С капюшоном и маской. Типа не на язык. Ага. Все за пчелами. Колбаски, 17. Что вот это такое? $17. Бренд Дели Селекшн. Что 17 было? 21. Это 21 за что, я не пойму? $22. Пойди, за полкилограмма? За фунт? Пойди, дай почитаю. Ну, кто здесь отоваривается? Богатые женщины. Йогурты. Так, яйца органик. У нас дешевле тоже можно купить как-то. Не внушает доверия. Ну вот, недорогие яйца, кстати, хорошие. Браун, коричневые, надо будет мужу сказать. Так, смотрим. Бейкери. Хлеб. Не знаю, мне почему-то кажется, что здесь накрученные цены. Ну, такой хлеб у нас продается в магазине. Булки такие недавно я покупала. Это вообще, посмотри, жесть. Это же не жесть, это баранки такие. Резиновые. Ну, видно, что он не свежий, видно. Не свежий? Ну. Вот такие булки я покупала, посмотри, 6,5, это ну нафиг. Вот такой вот, это разве органик? У нас такая вата тоже есть в нашем магазине. Пошли дальше. Вот такой пустенький магазин. А вон, посмотри, туалетную бумагу не хочешь? За 10. 12, за 10 долларов. Сколько здесь рулончиков? Не надо, я куплю фигланы за 6. А чё? Свет, это клинящее средство, это не это самое. А, это типа это для чистки? И мы с мужем прифигевшие немножко. Мы пришли посмотреть, пока мы ничего не делаем. Мюсли. Мед. У меня дома мед есть. Ну, короче, такой себе. Офигеть цены. Оливковое масло. $33. Сейчас, кстати, очень спорят насчет органик, не органик, потому что почвы все равно все грязные. Витамины. Ну и косметика. Слоник тоже органик. Ну вот, например, я смотрю.
косметика, цены. Офигеть. Мне пудра нужна. Но я и так уже вижу, что все это слишком дорого. Можно купить дешевле, не знаю. Ну вот если за это отдать 20 баксов, может оно и хорошее, я не знаю, мне жалко денег. Кстати, цены так странно висят, что не поймешь вообще, где какая цена. Тоже думаю, не напрасно так цены развесили. Ну вот, что ты поймешь здесь. Ой, блин, мне еще так плохо вообще. Две таблетки уже выпила. Как вам сарафанчик за 65 баксов? Он, конечно, прикольный, легенький. Но 65 долларов за это отдать. Или, например, что это? Комбинезончик. 54 доллара. Сейчас скажу мужу, что я хочу. Он упадет в обморок. Короче, все понятно. Вот, так вот. Так вот, по поводу органик, не органик. Почвы-то все равно все грязные. На одной же планете живем. Где-то применяют удобрения, где-то не применяют, но все равно. Водоснабжение у нас на всей планете одинаковое. Земля одинаковая, там дождь, осадки. Химия никуда не девается. Она же не может испариться. Все это в земле остается. Поэтому относительное такое понятие. Ну вот, что меня привлекает, например, креветки. 12 баксов королевские. Все равно дорого. Это что? Не знаю, что это. О, кстати, собаке нужно консервы. Офигеть. Корм 18 долларов. Ага. 56 долларов. А ну найди, может быть, без для этих, для аллергетиков. Может, увидишь. Собаке нужен корм, кстати. Тоже обратила внимание, пустые полки. Все, что по сейлам, все разобрали. Ну, видимо, да. Вещь, сейл. Да, сейл. Разобрали. Сейл – это скидки. Все разобрали. Это все пусто. Вот. Муж тоже обратил внимание. Полки наполовину. И там тоже пусто все. Смотри. Все пусто. Пицца. Хочешь пиццу за 14 баксов? Нет. Без глютена. За 14 баксов. Идем с пустыми ручками, что для меня непривычно. Я всегда в магазине что-нибудь увижу такое интересненькое и прихвачу с собой. Вообще даже, как говорится, не встала ни на что.